Итак, доброго времени суток всем любителям MIUI 14 и тем людям, которые с Poco X3 и X3 Pro до сих пор ждут обновления. Мне вот оно уже прилетело буквально вчера вечером. Работать стало шустрее. Многие компоненты стали обновляться намного быстрее. Порадовала галерея. Обновили еще патч безопасности. Помимо всех таких плюшек, на 60-герцовом экране работать стало намного дольше система. Вот. Используя флешку, но больше всего меня напрягал тот вопрос, что после обновления будет ли работать звонилка MIUI на запись звонков. И таки да, она действительно работает. В общем, наслаждаемся новым обновлением. Ждем, когда прилетит еще более стабильное. Вот. Хотя и это, в принципе, ничего. Далее хотелось бы еще сказать по поводу других плюшек. Немного обновили шторку виджетов. На рабочем столе у меня помещается теперь 6 значков. Ну, в принципе, неплохо. Раньше это было с натягом, там 5 можно было вместить, но теперь 6 это уже хорошо. Радует то, что версию обновляют до сих пор, спустя несколько лет. Но про телефон никто не забывает из разработчиков. Появляются дополнительные фишки разные. Шторка уведомлений, конечно, супер. Но галерея намного эффективнее стала работать. Появилась папка о так называемых ненужных файлах. Загляните туда и посмотрите те папки, которые вам якобы не нужны. Вам теперь предлагают удалить. В общем, устанавливаем и наслаждаемся. А так, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем добавляться в друзья. Пользуемся нашими любимыми телефонами с их любимыми функциями. Всем пока.